Алина Горбачева удостоилась немало лестных слов от Татьяны Тарасовой по итогам короткой программы и сейчас выходит на произвольную программу у нее, так же, как и у Софьи Самоделкиной. В заявке есть четверной сальхов. Будет ли он исполнен? Узнаем буквально через пару десятков секунд. Какая крошка. Тоненькая маленькая крошка. Каталась, как лютый зверь. Сальхов. Четверной. Лучше, чем мальчики. На второй зашла. Раба Божья.
Ну, второй упала. Ну и что ж, посмотрите, какой Сальхов. Невероятное что-то. А какие ручки красивые. А как музыку чувствует. Немножко, видите, вторую ногу подставляет впереди. Ну, это пройдет. Там много оборотных прыжков. Вот второй Сальхов упал. С нами Ирина Горбачева. Со слов Татьяны Анатольевны Тарасова, ты раба Божья. Но я скажу так, ты абсолютно человек слова. Вот ты вчера сказала, что в любом случае пойдешь на четверной Сальхов. Пошла не только на один, попробовала дважды его исполнить. Вот сейчас по горячим следам. Как ты считаешь, все-таки это командный турнир, риск стоил того? Считаю, что да, стоил, потому что я умею его делать и могу делать два. Ну, мы надеемся, что этот риск выльется в брызги шампанского от победы красной машины. Мы желаем, конечно, нашей безалкогольного, конечно, шампанского. Безусловно, здесь же мы про спорт, про ЗОЖ. Мы тебя вновь хотим поблагодарить за то, что, несмотря на неудачные попытки во время шестиминутной разминки, ты все-таки пошла и попробовала. Не пробуя сегодня, никогда не будет хорошего исполнения завтра. Алиночка, спасибо тебе большое и добро пожаловать в командный турнир Кубок Первого канала. Ну а сейчас баллы. Мы надеемся и на 2, и на 3, и на 4 четверных в исполнении Алины Горбачевой. А пока красная машина в ожидании оценок Алины Горбачевой. И Алина, видите, улыбается, не скрывает своего хорошего настроения, равно как и ее тренеры. Сейчас мы с вами узнаем, какой же будет итог и какая сумма баллов появится на табло после объявления оценок этой спортсменки. Первой одиночницы в произвольной программе за красную машину. 143 балла Алина Горбачева. И снова красная машина впереди. И впереди с хорошим превосходством относительно соперника. Снова плюс 27 с половиной.